На пол станков отдайте. Тут можно их обойти, их не обязательно бить. Да. Если толстожопых нету, ребят, можем пройти. Давайте сейчас посмотрим, кто у нас самый толстый. О, Леха там стопнул или кто-то стопнул. Итак, что я могу вам сказать? Давайте, на ту сторону у меня идет Атедис, Ханкур, Авердос. Туда идет Диджей. Диджей, ты на ту сторону. Я остаюсь здесь, со мной остается Войд и Доктор Зло. Леша, Паша на ту сторону, Ликс, Бигвар тут со мной остаются. Вся третья пати на ту сторону. Вся третья, Тандер, Ники Потс, Цяка, Мегалодон, Скофилд. Так, Скорейн. Остается со мной. Спри и Дарк тоже на ту сторону. Динатри остается со мной. Пукич со мной. Не, давай, да, Пукич, давай туда. Пукич, давай туда. Ёж, остаешься тут со мной. Гнидыч тоже со мной. Базука со мной, Роланда на ту сторону. Все. В принципе, я думаю, нам хватит и хила, и дэмэджа, там больше дэмэджа надо. Слушай, все-таки, а по поводу Геры, может быть, стоит на коне ставить, потому что она не успеет откатиться до коников. Подождем. Посмотрим, как будем идти по ДПСу. Мы можем просто умереть, если он... Так нет, просто если Геру не смогут убивать, то там стаки же будут. Да-да-да, нет, дадим, там подождем, там отдадем по курим быстро. Ну, сейчас посмотрим. Так, давайте. Подождем, чем сейчас. Все готовы? Ребята, смотрим на баф. Так, на Скорейне только булки нету. Все, поехали, я запускаю. Все. У нас трэш идет со стенок, ребята, вот с этих трех. А там с кучек. Они тупо стоят. Кто в середине? Что такое? Что? Куда метку, Ярик? Напуливайте просто на диджея и все. Ребята, отойдите. А, ребята, отойдите к Ярику. Вот туда, вот в сторону, к сове отойдите, ребята. К сове. Все в сторону. Не-не-не, не на метку, ребята, к сове. Ребята, у вас там сова. Да-да-да, все в ту сторону отходите. Кто там? Ханку, Леха, тоже туда, к сове все идите. Я не понял просто, о какой метке ты говоришь. У меня шаман стоит возле дверей. Кто? Ребята, все к сове там, к сове, ребята. Я не АФК, у меня там тотемы стоят, которые достают мою группу. Не-не-не, ты вот поставь себе там тотемы. И все, мы нормально. Все. Вон, стойте вот там, да, все, там и стойте. Я не понял вообще, какой ты метки. Парни, дайте хоть огромный набрать немножечко. А то вы так бьете. Сейчас затаунтил. Так, роги постоянно на пулы на своих танках. У вас там с той стороны, там где кучки, у вас самая тяжелая комната.
Так, до босса еще 2 минуты. Сильно на мобов не садите, ребят. Мы можем, типа, не так как быстро разбивать просто. И все. Тут все равно количество... О, кто там у нас остался? Эвердос у нас с той стороны остался, я понял. Я только увидел. Да нормально. Так, как у вас там будет меньше трэша, я сейчас посмотрю, когда у вас будет меньше трэша, если будет, хильте пока там. Я пока стопор не сильно. Тёма, гин на хп, Тёма, дай. Тёма, гин на хп. Стопайте, где Шумский, там стопайте. Тормозните, тормозните, все, не бейте, не бейте, не бейте, крипа. Все, я забрал. Этому стан. 15 секунд. Последняя пачка, наверное, была. Да, да, стопните. Я чисто только, пусть на мне сидит, да и все. Добивайте с той стороны. Сейчас, когда бьете, Тёма, сразу дай гим на ману и ханкуль дай бочку. Когда бьете свой трэш. Вон у вас там кони последние идут. Все, поехали, ребят. Геру давать пока. Не, не надо, не надо, не надо, пока не надо, не там, надо. Когда не стаки настакаются, непрофитная гера будет. Вот видишь, уже 10% характеристики. Сейчас, вот все хорошо, все нормально. Сейчас, как ребята, как он только прилетит, геру дали. С той стороны больше дэмэджа. С той стороны у них больше дэмэджа. Все, стоим, ждем босса. Ребят, с босса играем. Кто там к воротам пошел? Ну, нормально, у нас 4 стака. Бейте, вот они сейчас как раз пробивают, он зареспится и все соединятся. Нормально. Стойте, сейчас он к нам, а РДД сразу подбегайте к нам сюда, та комната, в нашу комнату забегайте. А, бейте. А, я понял, ну давайте так. Ну, 5 стаков, неплохо. У нас нормальный дэмэдж у нас. Еще одна тринка на хило. И такой же жезл на хило. Ребята, ждите, пока стаки спадут. Не идите, стойте, давайте постим тут. Вот, стойте, встаньте в звезду. Жезл надо кому-то? Жезл, ребята, на хилов. Овердос. Давай, он овердос. Ждите, сейчас стаки спадут через 30 секунд. Успела представить. На хулипала она нормально? Может быть, они... Не, на хулипала нет. На эрдру это нормально, и может быть на эршаму. И все. Я не хочу ее за 25 хп забирать. Кожа. Ноги. Не. Ликс. Ребята, хильте рейд. Давайте, поднимайте рейд на фул. И начинаем идти. Дух крит, спина. Это РДД. Сегодня падал уже. Это РДД. Не все пройдут сейчас. Они сейчас загрятся.
Все, поехали бить трэш. Короче, просто идем, бьем трэш, все. Не будем вот этой заниматься ерундой. Пошли, сейчас быстро перебили трэш, да и все. А, ну да, нам, да, нам 8 минут все равно ждать еще. Так что можно спокойно трэш убить, да? Да, да, да. О, бля. Дайте на пол в медведя. Я прожался, у меня 70 тонн, давайте. Еще затаунтил на себя, бейте, бейте, бейте. Бух, бух, сколько там дэмэджа вливается. ШП на первом месте по ДПС, ничего новенького. Дайте я диспел, диспел, парни, в коне дайте. Диспел в коней. Угу, спасибо. Да. Да не, ШП, ты шо? ШП сила. Кони в рейд убежали. Сейчас посмотрим, куда пойду. Подожди, стой. Может, они не паничатся. Да, все, хорошо, стой. Я сейчас тех заберу. Сейчас, пусть наберут ренджу немного. Я сейчас этих заберу. Только не бейте сразу, ребята. Я заведу, потом дадите... Смотрите, кони идут осторожно. Проходите быстрее. Все, убивайте, да? Добивайте трэш пока. Так, скайф танка. Рыба кому-нибудь нужна что-нибудь? Ребят, ставьте рыбу. Починиться надо кому-нибудь, могу джипс. Давайте рыбу, джипса, давайте все, все, что есть у нас. Ты чаришь 13 фильм? Запчасти или кому-то? А мне, у меня в банке все. Так, здесь банк открывается. Банк открывается. Что, прокачалось уже? Нет, еще могли. Оставь, да, ящик кто-то банковский. Давайте, ставьте. Так, джипс стоит, в нем банк открывается. А, банки, да. Что вы тупите, ребят? Не, у меня не работает сразу наковальня, открывает. Это же инженеров только работает. Да? Алексей, Шедоу Степович. Я так же думаю. Да, ребят, есть вариант занять бы быстрому банк? Виноват, что вы не инженер. Да, у вас 4 минуты есть. На все, через 4 минуты тут уже должны все набафанные, написанные. Так, диджей. Так, диджей, Скорейн, ты в печенье танчишь. Так, Скорейн, ты в печенье у меня стоишь. Так, а Тандер, ты стоишь в треугольнике. Роланда, ты стоишь в ромбике. А, дальше. Так, Атедис, ты стоишь в ромбике. Войд, ты стоишь в треугольнике. Так, доктор Зло,
Доктор зло. А, конфуль. Ага. Ха-ха-ха-ха-ха. Так, хорошо. Получается, Атедис Войд. Конкуль, Леха, ты стоишь в печенье у меня. Авердос и Доктор Зло, вы стоите в звезде. Все, хилы порешал. Так, я на медведе, стою в звезде. Скай, ты стоишь в печенье. Диджей, ты стоишь. Ты бегаешь, треугольник, ромбик. Меняетесь на двух стаках. Два стака поменялись. Так, и кто же у нас будет? А у нас будет Динатрий, получается. 27 кхп. Динатрий, ты идешь в треугольник изначально. Вы будете меняться с диджеем. Динатрий, же ты умеешь косты сбивать, Рафаэль? Так. Диджей, короче, тебе надо будет сбивать косты боссу. Роланда, Тандерклип со мной в прошлый раз был. Роланда, тебе тоже надо будет сбивать косты боссу. Так, Тандерклип знает, что делать. Рафаэль тоже будет сбивать косты. Все, все остальные остаются тут. То есть у нас получается по одному хилу стоит, по одному РДД и по одному танку. Подожди, Тедис, не беги, сейчас мы разбафаемся, сейчас все прилетят, разбафаемся. С треугольника Динатрий начинает, да, с нами? Да, Динатрий будет начинать. Не, давай, Войд, давай ты иди в ромбик, а Тедис иди в треугольник. У Тедиса получше хп ладет, он похилит Динатрия, что там 27 кхп. Так. Суммоните. Давайте шкаф, ребята, суммоним. Пикните на шкаф еще кто-то. Итак. Звезда и печенье. Мы меняемся на трех стаках. Ромб и треугольник меняются на двух стаках. Два стака увидели. Вот один на вас уже висит. Вы смотрите, второй повесился. Сразу побежали, поменяли. Теперь... ДК в мили сбивает каст или на РНЖ? В мили. ДК сбивает в мили. Ну, знаете, есть сало еще на РНЖ. А не грипается, нет? Нет. Короче, ребят, смотрите. Вот этот вот босс, который будет стоять на рамбе, вон он, зелик, он кастует цепочку. То есть у нас проблема была в прошлый раз в том, что когда мы перебегали на двух стаках, он просто дал в спину цепочку и похоронил сразу четверых. То есть шаман, который Роланда, ты должна будешь на перебежке смотреть, когда он будет кастовать, ты должна сбить ему каст. Там только надо сбивать касты вам на шамана. Вы не даете ДПС босса, вы просто вот он сначала один танк сбивает, потом РШ, потом ЛМ сбивает, танк сбивает, шам сбивает, танк сбивает, шам сбивает, и все. Вы меняетесь на двух стаках. Вот стоите там, я не знаю, можете войс говорить, там, когда там у вас, вот вы увидели только один стак, вы уже ждете второй. Просто сбиваете и ждете косты. В треугольнике там просто лужи, в лужах стоять нельзя. Главное, не слакните вот этого зелика, который будет кидать цепочку. Вот. То есть ЛМ может на дистанции это сбить, поэтому... Кто, Динатрий, Рафаэль, ты тут? Поставь мне плюс. Да, я тут. Ты же, короче, будешь сбивать косты. Вот. То есть сначала ты сбиваешь, потом шаман сбивает. Ты сбиваешь, шаман сбивает, ты сбиваешь. Точно так же на перебежке. Вот. То есть шаман, который будет бежать, тандер. Если вдруг ты увидишь, кастует, сбей на всякий случай, нажми кнопку. Ну, остановись, имейте в виду, и потом... Да. Остановитесь просто и сбейте ему этот каст. Если вот этот, который в треугольнике, типа еще такой себе босс, типа легчайший, то вот все зависит от ромбика. Как будет ромбик успевать... 20к спину мне тогда закинул. Да, потому что если цепочка с каждой целью увеличится... Нет, она в один, в первый таргет мне 20к дала. Вот, я же говорю, она увеличится в два раза. 20, 40, 80, 160, 320, и погнали дальше умножать на 2. Так, все остальные, как только с пула босс где-то подбегает, вот там, где стоит медведь, РДД начинает раньше уже ДПСить. Вот, и Роги начинает. Как только он оказывается где-то вот здесь, вот тут у нас будет стоять
Шам. А, в принципе, с нами будет Шам, доктор Зло. Он нам даст рост. Мы должны просто за рост спилить. Мы стоим до тех пор, пока мы не убиваем босса. То есть три стака мы стоим, но мы его должны убить за один присест. Потом мы бежим, меняемся с печеньем. Перебегаем в печенье, бьем в печенье. Только видим три стака, выбегаем. Никто не бежит ни в ромб, ни в треугольник. Мы выбегаем в звезду с вами. Скидываем три стака, возвращаемся, добиваем печенье и только потом идем бить уже дальних. И все. На дальних стоят только 6 человек. Это 2 лема, 2 танка и 2 хила. Все. Больше там я видел, чтобы туда никто не побежал. Вот эти два босса РДД, которые вы сейчас должны играть ДД и РДД. Все, Ханку Леша похилит Пала. У меня остается доктор Зло и Авердос у меня тут остаются. Вот, и все, только убили тут, ребята, в рамбе постоянно кикаем косты, постоянно. Не надо ждать, что за вас их кто-то кикнет. В рамбе то же самое, когда ДДР, ДД подойдут, меняемся на двух стаках. Увидели второй стак, начинаем потихонечку перебежать. Динатрий, ты идешь у меня вот в треугольник. У тебя будет стоять, смотри, ты сначала стоишь до двух стаков, ты в треугольник. Динатри, ты стоишь до двух стаков. Только ты видишь первый стак, ты уже готовишься перебегать на второго босса. Вот. А Роланда и Тандер, ну, Тандер знает, Роланда, тут надо стоять на рендже от всех. То есть вот вы должны как-то стать размеренно и сбивать косты, чтобы ничего не прилетело. Все, вот вы, допустим, вот ты, Динатри, начинаешь бежать с Тандером, видите, что он кастует, пробуйте нажимать кнопки сбития каста. Меняетесь вы на двух стаках. Не надо ждать, ну, я не могу за вами следить. Следите сами за своими стаками. Потому что если вы, ну, короче, вы просто уроните рейд, если что. И все. Мы убили в прошлый раз с трая четвертого, пятого. Ничего в этом нету. Просто нужно убивать с первого, со второго трая пробовать. Потому что это же наше время. Все, все готовы. Ребята, выпейте фласки на СПД, на АП. Пьем все фласки, абсолютно. Динат, иди сюда. Я дам тебе фласку на ХП. Народ, каску, друид, баф. Сейчас. Если видишь, Динатри, что обрыгиваешься, у тебя есть панцирь. Да, панцирь, да. Сбивайте просто косты. Главное, это вот этот ромб. Все внимание должно быть на ромбе, на этой цепочке. Сбивать ее просто надо как хотеть. Так, Ханкуль, Леш, ты у меня стоишь со Скаем в печенье тоже. Мы меняемся, вот мы убьем и поменяемся. Так, все? Все готовы, ребят? Давайте, раз готовы, поехали. Я пулю. Все. Поехали. РДД уже начинают бить звезду. РДД уже начинают бить звезду, но пул идет. Давайте рост. Рост. Все, кучнее. В звезде все кучнее. В звезду все зайдите. Абсолютно все в звезду. Хочу всех видеть в звезде. Бьем босса. У нас падает метеорит, мы делим метеорит. Давайте, больше ДПС, мы хорошо идем. Первый стак только начался, за 50%, давайте. Первый стак. На втором меняются дальние. Второй стак. Ребята, поднажмите, давайте. Побежал ДК, мы за тобой, в рендже бежим. Давайте. Ханкуль, стой там до конца. Стой хиль пала до конца. Стой хиль до конца. Хилим. Давайте. Дайте ДПС мне. Все, побежали. Быстренько побежали. Все, я забрал Скай. Мне тяжело хилить пала. Все. Сейчас нормально. Сейчас мы будем обратно бежать. Молоточком, спасибо. Я дам тебе инер сейчас. И тяжело, а там у них какие-то. Ну, а что поделать? У нас какие, на трех стаках отбегали? Обратно побежали. Диджей, побежали. А ты упал. Пробуйте там Динатри, я не знаю. Бежим, алло, 3 стака. У меня только 2 стака на танке. А Тедис упал. 3 стака. Скай, меняемся. Нам еще буквально раз надо добить его.
Тандерклип упал. Все, падаем, падаем. Стоп хил. Стоп хил. Дайте, пожалуйста, дайте на кого-то этот. А, нету. Ну ладно, все, падайте. Сейчас. Стоп, стоп, стоп. Да сейчас шаман какой-то встанет, похилит. Стоп. Вставайте, какой-то один шаман и раз. Ребят, Тандер пишет, что на трех стаках побежали. Ребят, два стака, я же говорил, на втором, вы смотрите, вот второй стак, вы уже должны, ну, уже поменяться уже. Так два было, и слакали. Ребят, вы не должны, вы должны смотреть за своим дебафом. От вас зависит, ну, типа, я не могу на медведя сбивать каст, я бы с радостью поменялся с вами. Я на медведя не могу сбивать каст. Ресаемся. Пожалуйста, смотрите за своими стаками. Все, первый, и вы уже ждете второй. Там буквально через 10-15 секунд на вас появится второй. Так, это знаешь что? Давай знаешь как. Заставьте этого, блядь, Динатрия фрост-стойки на вот этого с метеором петуха. И хуй знает, и там как-то его пытайтесь выхилить. И ставьте нормального танка сюда, потому что его роняют. Хуй знает. Хорошо, давайте так. Потому что он будет падать так. Давайте так. Динатрий, во фрост стойке танчишь тут. Слишком далеко. А, Никипоц, на переходке, когда будете меняться, дашь в Ханкуля Инер. Тут вы, Динатри, тут вы стоите до Талова, пока не убьете этого босса. Перебегаете в печенье, три стака словили и возвращаетесь уже обратно. Но я не вижу дальних. Я не знаю, типа, кто будет у вас анонсить. Пусть свой, значит, анонсит. Давайте, ставьте рыбу. Ставим рыбу, пьем фласки все абсолютно. А там... А, стоп, дайте шкаф. Шкаф дайте. Шкаф дайте, нам засумонить надо людей. Сумоним людей. Дандмастера, мути-мути. Я бегу на ногах. Короче, Динатрий. Тут, короче, напулите в Динатрия, и все, я пойду встану на ту сторону. А Динатрий во фрост куда? Не, на звезде оставаться. Когда вы перейдете в печенье, там будет бильно, больно будет бить босс. Поэтому держите Динатрия, не уроните его. Ребята, делайте себе квесты на третьей спеке, делайте танков, хилов, ну типа, я понимаю, что все хотят и пвпшиться, и пвешить, но вы видите, что ну. Так, проверяю баф, ребята. Так, есть, 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 все, есть. Так, давайте, Ханкуль, Леш, давай. Давайте так, давай, Войд, давай, иди в печенье, похилишь танка Скайрейна, а Ханкуль, а ты давай пойдешь, так,
Ханкуль, а ты пойдешь в ромбик у нас. Давайте, давайте. Два игрока по 6 секунд, заебись будет. Ты поддержишь. Лёш, если сможешь, помогай сбивать косты. Типа, ну, там... Там не то, что сможешь, там... он обязан это делать. Там просто, там сбиваются косты, там босс наносит дэмэдж только костами, и все. Если вы сбивать косты будете, никакого дэмэджа не будет у нас. Так, все, Динатри тут, все набафались, все, там Скайрейн и этот. Ребята, вы помните, как меняться в звезде и печенье? Я надеюсь, ну, типа, не надо анонсить. Три стака сначала вы добивали, вам главное первым убить в звезде босса, и все. Просто забурстите его, вы стоите до конца, пока не убьете, а потом только меняете. Так, у меня стоит Атедис, диджей туда, танк Ханкуль, тут я потанчу Тандер. Все, все готовы? Давайте, даю РЧ. Да. Ну, только ты, я уже не смогу тебе помогать, тут только ты будешь сбивать, и все. Пукич. На месте, опа, принял. Поехали. На пул с Динатрия сразу. Как только подходит босс, сразу дали рот. Рост дали там или нет? Вы уже босса бьете. Гера была? Я же сказал, только подошел, сразу дайте. В кучу сбежали. Ребят, босс. В звезду зайдите. В звезду абсолютно. Вы должны стоять рядом. Нет, первый стак пошел. Первый стак у дальних пошел. Приготовьте сейчас бежать на втором стаке. Только второй стак, сразу побежим. Он будет примерно на 15 секунде. Нет, ждем. Побежали. Блядь, да давай, побежали. Сразу этому гусю указ сбили. Хорошо, вообще супер. Я там тормознул немножечко. Я прожмусь от Эдис. А что произошло, парни? Вы на печенье упали или что? В звезде. В звезде вы упали. Я понял. У кого есть спек на танк? Давайте сделаем за два захода. В чем проблема? Мы стояли до конца, до того, пока 400 так не настроилось. Ты понимаешь, там надо поделить два пати тогда. Так а в чем проблема за два захода убить его? Там мы же с первого его убивали. Сейчас что-то не так большое. Вы же слапнули героев, у вас ДПС поменялось. Да, блядь, поставили его, как, ёптать. Там, блядь, кто-то на звезде стоял, смотрел, блядь, когда босса подведут. Потом начали его водить. Я вообще хуй спину там нащупал, блядь. Там, короче, уёбищно поставили. Так, хорошо. Не хватает ДПС. Ну, не хватает ДПС, значит, будем бегать до поры, значит, будем бегать, я не знаю. Ну, обычно как? На дальних ставится... В смысле танк... не хватает? Вы чё, на дальних ставится два танка и два хила, и все выживают прекрасно. Только у нас это про товары делали. А тут потому надо что... просто захиливать в жир этих танков. Прожинки отдавать. Скажу, Динатрию, типа, это чисто стоять и сбивать косты. Все. Это реально ему просто стоять надо избивать. Мы убьем его с первого раза. Я думаю. Я не знаю, зачем мы велосипед придумали. Тогда побегали, когда он прошлое, когда закрывали. Леха, прошлое КД мы убили за один раз его. За один присест мы его убили. Вспомни. Мы убили его просто. Я поставил двух элемов сзади. Метеор не сбивается. Метеор, вы должны стоять все в одной куче и делить между собой это дэмэдж на метеора. Просто если сейчас, если вы будете перебегать, туда прибежит танк и хил один, он просто их шотнет двоих. И все. То есть, соответственно, надо разбиваться на куче. А это долго бегать. Те, которые бьют магии, они бьют по 10 тонн.
Пуки, что, у тебя нету танка? Или ты фулли кармс? Не, у меня этот прот, но я его только собираю. Так что нет. Сколько у тебя там хп будет? Слушайте, народ, а что если на сбитие костов туда на дальних рогу какого-нибудь ставить? Прикол в том, что... Короче, там не этот... Там не в сбитиях костов. Типа, мы пробовали с рогами, нет, эта теория отпадает. Там вот два элема, это самое оно. Там все зависит от рейнджа сбития. Рога не может сбить, когда она на перебежке. Знаешь, какая херня была? Я один раз, знаешь, как проходил? Получается, мы убивали вот этого первого босса, все бежали на второго, как вот по этой тактике, но только роги бежали на двух дальних, то бишь в подмогу тем ребятам. И все, и тогда все у нас складывалось. У нас достаточно всего, ну типа у нас нету в этом проблемы с сбитием костов, у нас нету просто четвертого танка и все. У нас у Динатрия 20 кхп, это не танк. Я постоянно матюкаю, что за полтора месяца танк, у которого 30 кхп и который идет в макс 25, это не танк. Это просто вагон. Так Динатрий же ддшит. Так я же говорю, он дд просто и все. Пукич, а насколько хорошо у тебя там прот вообще? 30-30 там будет где-то кхп? Честно, вообще не тестил, ничего не знаю, но скорее всего у меня там мало шмота. Я понял. Ну, значит, короче. Ставить жир туда вместо Динатрия, вот как ты поставил первый раз, вот ты поставил Динатрия, надо туда Скайрейна ставить. Сюда на звезду надо, хуй знает, блядь, если... Динатрий, если давай. Нет, Динатрий, иди, только Рафаэль, не слакай, пожалуйста, стаки. Вот вы получили, смотрите, я вот только что увидел, вы получаете первый стак, второй стак у вас попадает, когда у вас примерно на первом остается 10 секунд. То есть вот 10 секунд, это вы уже примерно должны бежать. Все, что тебе там надо, Динатрий, это сбивать косты, все. Парни, максимально, типа, все просто. Вы что, там АФК, кого, что там? Вы будете вставать? Это сейчас. Сейчас давайте всех рестнем и раздадим баф, ребят. Вернитесь пока, не разбирайтесь никуда, сейчас рыбу все попьют, все. Кого? Кто там мути-мути засумонит надо? Рафаэль, все, что надо, это сбивать косты. Все. Ты сбил каст, Шама сбил каст. Ты сбил каст, Шама сбил каст. Ты сбил каст, Шама сбил каст. Тут не надо никакие ни поты, ничего. Ну, один это 10 тысяч. Один это 10 тысяч. Вон Тагариус, плюс про товаром зайти, может кого-то свичнуть. Кому особо тут ничего не надо. У нас Серик ливнул. Да сейчас он зайдет. Посмотрите по шмоту, если кому не надо с этого босса ничего. Так, а Тагариус потом что делать будет? У него же КДП есть. У него, он уже прошел рейд, у него вар есть. Винк? Ребята, не придумывайте никакой велосипед. Мы проходили в прошлый раз точно так же. У нас просто стояло два элема и все, которые сбивали косты вместе с танками. Только у нас был ДК-танк и протовар-танк. То есть у нас было 4 танка, а не 3. Если нет, то значит придется сейчас кого-то свичить в танка. Вариантов у нас нету. Так тут никого не свичнешь. Пукича не свичнешь. Сейчас, секунду. Секунду я напишу Ярику. Он на прошлом КД у нас был как раз Протеус пар. Косты сбивает, отражает косты. Ну потому что все сделали себе два спека. Один ПВЕ, второй ПВП и все. Ну типа и веселись как хочешь. Вот я ДД, ведите меня куда хотите. Ну сейчас давайте кого-то менять будем или просто... Сейчас пробуем третий раз. Если третий раз мы сейчас опять падаем на тех, вы не успеваете сбивать, то ну тогда уже будем менять. Вы тогда упали из-за стаков, сейчас из-за стаков никто не должен упасть.
Бля, где Ярик? Ярик. С Дискорда он тоже вылетел, да? Да, с Дискорда он тоже вылетел. Что там, привет, Свет, или что? Ну, я не знаю, бери тогда Таргариуса, пусть идет варом. Не знаю, вариантов нету. У нас пока Ярик отлетел. Будет Таргариус, Слава? Не знаю, сейчас зайдет, наверное. Очередной раз убеждаемся. В очередной раз убеждаемся в том, что люди хотят только исполнять роль ДД. Ребят, у кого есть, сделайте, пожалуйста, танков себе. Это лишним не будет вам. Ну, типа, третий спек там делается буквально час-полтора. И он лишним вот абсолютно не будет. Мы сейчас вот просто теряем время, потому что у нас нет реально четвертого танка. Все, сейчас он есть? Хотите даже ПП. ППГ легче проходить танком. Вас постоянно находят, чем ДД. Все, его сумонят. Это самое, на каких он будет. ДК и вар на дальних. Кто? А, Протеус. А, да, значит, Протеус и Диджей на дальних. Так. Динатр, иди сюда. Ты уже все. Так, Диджи, ты у меня где стоишь? В ромбике, да? Да, Диджи, значит, в ромбике, а Протеус пусть идет в трусы. И давай без этих лемов, вы просто зергайте звезду, а потом, если хотите, пускай бегут. Так, нам и так хватает ДПСа. Ну, без лемов или с лемами нам... хватает без лемов, то смотрите, пускай идут. МП5 баф. Так, что там, Протеус подлетел? Протеус. Все, давайте. Бафаемся, ребят. Давайте фласки. Я хочу увидеть на всех. На всех есть? Сейчас выпьем. Давайте, пейте фласочки, ребят. Ну, Протеус, ну, 34,5. Протеус, ты в трусах стоишь. Все, ты в трусах, сбиваем косты. Протеус, вы меняетесь на двух стаках. Два стака, побежали, поменялись. Два стака, побежали, поменялись. Ребята, мы все как в прошлый раз. Все в звезду. О, Ярик зашел. Добиваем звезду. Мне куда сейчас идти-то? А, Леша, Ханкуль. Так, Ханкуль. Войд, ты хилишь пала в печенье. Так я все-таки не в ромбике. Нет. Леха, да, ставишь в ромбик. Леха, да. Ханкуль, иди туда, в ромбик. В звезде кто-то танчит? В звезде я на медведе танчу. Okay. Все? Все готовы, ребят? Все, давайте, поехали. Дальние меняются на двух стаках. Тут мы меняемся, пока не убьем звезду. Пока не убьете звезду, чтобы даже никто не думал никуда бежать. Геру давайте. В звезде дайте Геру. Все, поехали. Все в звезду, все кучнее просто стали, и все. Посмотрите, какой дэмэдж летит. Развернуть нельзя успеть. Первый стак повесился. Когда на первом стаке останется примерно 10 секунд, повесится второй, дальники, приготовились. 5 секунд осталось. Два стака, дальники. У нас два стака. Добиваемся. Танки, Диджи, там Протеус. Давайте.
Так, в печенье три стака, и потом поменялись обратно с печенье, потом обратно в звезду перебегаем. Второй стак. Скай, жди, дай нам набрать третий стак. Не подходи близко. Дай нам набрать третий стак. Твоя жизнь принадлежит мне. Третий стак, Скай. Уводи его сразу. Забирай его, уводи его дальше от нас. Все, дальше отбежали, скидываем стаки. Ждем. Ждем, 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 ждем. Живите с той стороны, мы сейчас добьем уже, наверное. 5 секунд, приготовились бы. Скай, давай. Твоя жизнь принадлежит мне. Два стака. Держите там Протеуса и Диджея. Прости меня. Твоя жизнь принадлежит мне. Добиваем, добиваем, не убегайте, добиваем, добивайте, добивайте, 5%. Все, побежали все в ромб. Все в ромб, в ромбе кикаем косты. Толпой там не бегайте, там рейнджу надо. У вас сейчас шоу. Милики, сбили, сбили каст. Милики, построишь, заходите. На ромбике толпой не стойте, он шотнет вас цепухой. Да, сейчас позбивают косты. Мы все собьем. Все, 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 сбивайте. Два стака, два стака. Приготовились, на третьем поменяемся. Смотрим, сейчас повесится третий стак. У кого там третий, я не знаю, у меня на танке сейчас третий повесится. Сбивайте косты. Все, я побежал меняться. Аккуратно в рамбе, не забывайте про косты. Твоя жизнь принадлежит мне. Это заклинание еще не готово. Так, я побежал. Ага, я понял, тут я сильно не потанчу, окей. Аккуратно, аккуратно, там милики на ромбике. Так, у нас мегалодон зашел, у него интернет отпадал. Уже видите милики? Видите, ребята, преимущество третьего, четвертого танка, точнее. Конечно. Делайте выводы. Хилов и танков никогда не бывает мало. А где тут у вас стать можно, парни? Отведите его. Но он не отводится, он стоит на одном месте. Эти боссы дальние стоят на одном месте. Я же говорю, они просто кидают магию, и все. Ага. Все, добиваем этого, и все. Протео, спасибо большое. Выйдите, у кого сейчас три стака, выйдите, кто не успеет, выносите их, выносите. А хотя давайте добивайте. Все. Давайте, выходите в этот, в портал. Выходите в портал. Ну, прости, старик, у нас пока 25, типа, и это без вагонов. Так. Меткость хоста плечи. Меткость хоста. Что там за плечи? А, ткань. На ДД. Кольчуга, ноги с хостой. Это на Эршаму. Ну, на Эршаму неплохо зайдет. Ярик просит сумануть его, там ему не да. Зайти. Сейчас засуманим, сейчас засуманим.
Шкаф ставьте, Локи. Это самое, хантов нету, значит, разбойники, вары. Кому статы эти нужны? Да, роль. На рогу Т7. Это что? Это... Да, где идут рогу из транса. Это грудак, да? О, так я паролю парк с вами. Можно дезу там и по ГП, не, или как это работает? А, это по ГП работает. Да, 50 ГП стоит. Вон, конкуренция большая. Так, ну у тебя мейн спек, да? Или какой? У кого мейн спек из вас? Мейн это основной? Да, мейн это основной. Да. У тебя что? Ну, пивар. Мучи. Что? Шумский, у тебя какой, 200? Да, да, у меня 200. У меня 200 грудь. А там в этом по ГП она идет. Терраса моя. Угу. Так. Локи, дайте шкаф, пожалуйста. Сусмоньте мне мегалодона. Так, я не вижу мегалодона еще, ребят. Суманили его или нет? Давай, Ярик, суманим. А что не суманится? Не приходит, Ярик? Попробуй релогнуться. Релогнись. Протеус, у тебя есть камень в город? Если есть, то юзай. Еще два босса осталось. Да. И шо, сколько мы, получается, идем по времени? 6-3? 3,5 часа.